Авидванкс. А что такое вот Авидванкс? Что это такое? Чем Видван отличается на Авидванкс? Да? Ну, кто такой Авидванкс? Префикс А – это отрицание, значит. Да, 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 да. Префикс А – значит отрицание. И остался у нас тогда, если мы его уберем, Видванкс. И чем, скажите, пожалуйста, Елена, чем отличается Видванкс от Видван? Как вы думаете? Да, вот мы так вот отделили все, что можно. У нас есть Видван и есть Видванкс. Чем одно слово отличается от другого? Я могу предположить, что здесь род и число. Нет, нет, нет. Давайте так не забегать в морфологию, давайте просто подумаем. Есть такая, не забывайте о том, что в санскрите есть такое явление санды. Да, у нас есть листу. Что здесь могло стоять? Есть какие-то мысли у кого-то? Ну, кроме Алексея, я знаю, что... Возможно, висарка была там. Нет, это просто санги, это видван, на авидван, да, это тот же самый видван, но только перед Т, да, у нас Н, да, Н превращается в анусвару и еще добавляется инфикс в виде инфикса С, авидван, значит, видван, видванкс, видванксту, да, но у нас получается авидванксту, то есть авидван. То есть, кто такой Авидван? Если Авидван это ученый муж, то Авидван... Не ученый муж. Ну, неуч. Дословно. Неуч. Невежда. Невежда. Невежда или неуч? Да, да, человек не ученый. Да. Да. Что же мы теперь... Вот. Собственно говоря, Авидван и его Кадыштабьяга, ученый муж, только лишь ученого мужа следует наставлять на Авидванство Кадача. И что будет дальше с этим? Я еще не знаю, что значит частичка ту. Возможно, она тут играет роль. Ту играет роль, да. Ту это что у нас? Кто хочет сказать? Да? Это типа душа, наверное, нашего. О, нет, это посильнее, да. Но там лежит. Но, да. Или а. Ну, да. Смотря как нам. Да. Вообще так вот в общем, можно всегда переводить ту как. Ну, но не может быть. Же, да, но не, да, 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 не, вот как-то так. Ну, Авидван? Только мудрец должен быть наставлен или получить наставление. Да. Неуч же просится, что не должен когда-либо. Не должен, что не должен? Когда-либо получать наставление. Не должен когда-либо получать наставление. Да, да, да. А Авидванкс на, да. Что такое на? На это отрицание, но на отрицание на это всегда отрицание предиката. Это всегда отрицание сказуемого. Она должна обязательно относиться, но не может относиться к существительному. Да? На всегда отрицает предикат, то есть на упадештавья. Да? А Авидван ту. А Авидванту, да, на упадештавья, а неуч, не должен быть наставляем, причем накадачана, никогда. Либо мы можем читать накадачана упадештавья, да, не должен быть когда-либо наставляем. Да, да. Как называется, помните ли вы название, такое греческое название, когда в центре двух предложений в данном случае стоит один тот же глагол, который управляет обоими предложениями. Синтаксически, как это называется? Апокойну. Да? Синтаксически это называется апокойну. К сожалению, нет другого термина. Вот оно, ну, да, надо его выучить. Апокойну. Можете прочитать, можно погуглить и найти. Да, и, скажем, в поэзии, если такое встречается, это называется фигура дипака. А по-русски используется греческое слово «зевгма». Да? Но это с точки зрения вот, в поэтике, если это имеет
особый риторический такой прием. Да? Ну, здесь в данном случае это у нас невысокая поэзия, а просто некая субхакшита, да, доброе лечение. Да, все понятно, да? Видван эйва упадештавьяха на авидвангсту кадача. Наставлять следует только лишь мудрого человека, но никогда не следует наставлять мудрого. Да, вот так мы примерно уже переведем на нормальный русский язык. Да, если мы вот отошли от этого вспомогательного буквализма, который мы никогда не должны жертвовать, да, которым, то есть мы сначала должны, ну, чем сложнее текст, тем непременнее, да, мы должны сначала дать буквализм, а потом уже дать нормальный. Алексей, пожалуйста. Да, вот насчет «на», она у нас относится к слову «кадачина», не к слову «упадештавья». Да, да, в данном случае накадачина, да, упадештавья накадачина, можно сказать, да, можно сказать и так. Ну вот чаще всего «на», оно можно его, скажем так, отрицанием присуществительных это будет «а» или «а». Да, да, в данном случае я согласен, да, накадачина, на упады. Да, накадачина, конечно, бывает просто выражение накадачина, горчей. Вопрос, нет, вопрос. Все равно здесь мыслится глагол. Упадешта, накадачина упадештавьяха. Да. Кадачина упадештавьяха, когда-либо следует наставить. Накадачина упадештавьяха. На упадештавьяха кадачина. Ну, в общем, я бы советовал вот за правило брать то, что вот «на» обычно относится, скажем так, к глаголу, это отрицание предиката, да, отрицание сказуемого, оно относится к сказуемому, да, а «а» или «ан» отрицает само существительное, да. Хорошо, первую часть слоги мы перевели, пожалуйста, дальше. Я не хочу, кто-то еще есть?